Всем привет, меня зовут Иван, я зависимый наркоман, алкоголик, игроман. В общем, много всего, много зависимостей. Как я потом понял, что такое зависимости. Раньше я на протяжении 15 лет употреблял и... Ну, это было частью моей жизни. Я не думал, что это какая-то зависимость, еще что-то. Я думал, что это... Ну, мой образ жизни это был играть, употреблять, бухать. И если поначалу это было интересно и как-то на это все находилось и здоровье, и время, то со временем я оказался в такой, как бы... ситуации, что вокруг все начало рушиться, и ближе вот к 30 годам я уже испытал всякие на себе вещи, как заключение тюремное, как закрытие в насильственный центр, и ну, как бы дело оставалось, наверное, уже все без малым, это какая-нибудь больница или еще что-нибудь, или смерть. И за эти годы употребления я полностью разучился, в принципе, существовать как личность, зарабатывать деньги, что-то где-то вообще оставаться на каком-то месте. Я прыгал из одного места в другое, оставлял за собой незаконченные дела, хаос, куча вопросов. И со временем вот отвернулись от меня и друзья. И осталось только вот кто мама, которая верила в меня. Братья мои тоже, они страдались от меня, родственники. И вот получается, где-то год назад я пришел, ну, родители мне сказали, что есть... тебе, мы можем тебе оказать такую, как бы, помощь, как вот оплатить твое пребывание в центре Спасово. Но у меня были дикие предубеждения по поводу центра, потому что я был уже в центре когда-то, я думал, что мне там еще могут сказать, как я вообще там, ну, думал, что это, короче, все не про меня. Но я дошел до такого состояния, что уже мне было нечего терять. И отчасти какой-то я хотел, вот, ну, естественно, зажить нормальной, свободной, счастливой жизнью. И, ну, и отчасти мне некуда было уже деваться, потому что я остался на улице вообще ни с чем. И вот я принял это предложение приехать в центр. И с самого первого дня моего там появления я был очень рад этому, потому что... для меня это мои ожидания, которые были, они вообще вразрез все было моим ожиданиям, потому что было все так с пониманием, так скажем, да, с пониманием, с теплотой и уютом. Хоть и какие-то они условия, допустим, для меня были не те, к которым я привык, но я быстро тоже внедрился в график. Я начал выполнять задания, так как для меня было таким событием то, что чтобы остаться в центре, мне надо было постараться доказать то, что я хочу выздоравливать, хочу зажить жизнью трезвого человека. И, соответственно, я должен проявлять активность. И мне это очень сильно подбодрило и как-то, ну, вот, поставило на какой-то темп, что я вот начал писать задания, открывать себя, познавать себя. Многое открылось, многое вообще просто я не знал о том, что такое болезнь, зависимость. Я лишь слышал об этом так поверхностно, и вот эта глубина, короче, разборы, все это я вот в центре увидел и испытал на собственном опыте.
Я точно научился обращаться там за помощью, потому что на сегодня я понимаю, что мне надо. Сам я не справляюсь, мне надо обращаться. И моя больная голова, она вот 15 лет, я с ней как бы хотел что-то сделать, и ну, результат был соответственный. Вот я оказался в центре. И вот обращаться за помощью — это очень важный момент, которому я научился. Также я понял, что болезнь, она как бы семейная, и меня подготовили к такому моменту, ну и я вместе подготовился к тому, чтобы жить отдельно от родителей, сам зарабатывать, и центр мне дал возможность в ресоциализации это первое время работать и жить. И там уже решать уже какие-то моменты по тому, куда бы я хотел дальше устроиться, работать. Ну, в принципе, у меня так и получилось. Я отработал месяц по рекомендации с центра, и я потом уже нашел другую работу. Точнее, она меня нашла, если честно, так скажем. Я научился в центре вот распорядку. Вот сейчас я полгода как вышел из центра, получается, и, естественно, я думал. Ну, когда я вышел, я думал, что по-другому как-то начну еще что-то, ну, свою программу, так сказать, применять. И я очень благодарен сейчас тем вещам, которые дали мне в центре. Это вот тоже расписание, тоже график, чтение. Были сессии, такие как семейные, что мне понравилось, когда приезжали мои близкие. И были вопросы ко мне, и я также говорил о своей болезни, чтобы было понимание вообще, как бы, что вообще происходит, так как это не из простых каких-то болезней, где есть какие-то там дефекты, допустим, чем-то я болею, и вот мне нужна какая-то таблетка. Там не в таблетках дело, а вот именно в поведении в общем. И опять же, центр мне дал вот эту возможность. Ребята, которые меня, непосредственно Денис и Антон, которые дали мне вот это понимание, что моя самостоятельность, моя она очень важна, чтобы я, даже переезжая в какое-то место, я брал ответственность на себя, на то, что я своими силами все буду оплачивать и все остальное. И не без вот этих медвежьих услуг от родителей. Хотя очень так хотелось поначалу сделать, чтобы ну, как-то попросить денег. Но сейчас, вот я же говорю, уже полгода как живу после центра. И слава богу, у меня не возникало таких экстренных моментов, когда я вообще обращался по финансовому вопросу. Все как бы, ну, самодостаточность присутствует в этом плане. Также в центре мне очень по душе стали такие моменты, как разбор там по психологии был. Светлана Геннадьевна приезжала как бы по вторникам и проводила проводила группу, и там я тоже для себя многое что открывал, это касаемо моих вот убеждений, моих неоправданных ожиданий каких-то. Это, в общем, я в центре научился быть, ну, открывать себя для других людей и открывать и доверять. И тем самым я меняю себя, я вижу как бы свои какие-то ошибки, еще что-то, и меня это во многом, ну, это очень позитивно влияет на мою жизнь. И вот сейчас я это применяю, будучи вот, ходя на группы, как бы анонимные наркоманы, я это тоже применяю. Вот те начала, которым я научился вот в центре. Я повторюсь, что моя жизнь была полностью разрушена. Я вообще не умел, я не понимал, как, что, зачем и почему вообще себя, в принципе. И на этих нотах я всегда приходил в отчаяние и шел и употреблял.
И вот в центре я как-то научился, ну, коммуницировать с самим собой, с окружающими людьми, принимать вот этот мир, вот эти вот, так скажем, невзгоды и хорошие и плохие моменты, и принимать их и с тем, что они, ну, как реальность, как настоящее, как данное, и жить дальше, и расти в этом, получать опыт и идти дальше. Но я очень благодарен за мою реабилитацию тебе, Денис, и тебе, Антон. Это и всем участвующим, и также ребятам-реабилитантам, которые со мной были. Это очень немаловажно. Всем вместе было учиться, как-то, ну, вот мини-социум для меня был там, и вот эти вот разговоры совместные, честность, принятие, вот это все, это, ну, такие тренажеры для меня были, которые сейчас я их реально в жизни применяю. Я не жалею ни на секунду своего времени, проведенного там. Я его там не потратил, а провел и использую для себя. Спасибо. Попасть на страницу с описанием центра и контактами можно, просто набрав в интернете «Центр Спасова, фонда «Казахстан без наркотиков». Если вам нужна помощь, добро пожаловать в «Центр Спасова».